Здравствуйте, дамы и господа, мы продолжается BTS-марафон на моем канале MPTube. Это уже 10-й трек, а точнее клип на композицию, которую я уже знаю. Она мне нравится, но все равно я скажу, что по ней думаю. Доуп, доуп. Поэтому без лишних слов подпишитесь на все, что видите на экране, и вперед из песней. Ozo wa. Bangtan은 처음이지? Hey yo ladies and gentlemen. 준비가 됐다면 부를게. 자 녀석들과는 다르게. Мне нравится, что песня начинается буквально с билд-апа, и тут мужики в форме. Это прекрасно. И вот тут, похоже, начинается тот момент, когда появляются те самые BTS, вот они все слева направо, которых я знаю. Охренительно! Вот этот круглый бас, он большой, но не настолько, чтобы занимать все место. Рваный саксофон. И понятно, что это больше dance break, или как-то танцевальная перебивка, по крайней мере, в начале песни. Но, боже мой, как оно качает! Тут вообще обожаю. И опять же, Шуга, я говорил про то, как интересен его голос, индивидуальность в плане того, как он читает. Здесь еще на большой скорости она еще больше. Вот эти все вокал-креки контролируемые, может быть и нет, но это все равно фишка. Не баг, а фича, мне нравится. Еще раз подчеркну, это здорово, блин. И песня, наконец-то, экспрессия, агрессия и вокал, и аранжировка, все наконец-то соединяется. Вот, на десятый трек, наконец-то я начинаю получать то, что я хотел. Какие-то крайности эмоциональные и много всего. Мне очень еще нравится, опять же, что тут низкочастотная составляющая, она не мешает вокалу. Вот ритм, секция, бочка и бас работают отлично. Плюс там еще у нас есть хай-хет. Причем он звучит немножко изолированно, то есть как будто он в отдельной комнате, но при этом не мешает всему миксу. И, о господи, боже мой, вот начинаются те самые аранжировки. Я, знаете, какой-то шизофреник. Конец близок. Но я говорил, что рано или поздно я встречу тех BTS, которых я знал. Вот они. Сам полседы, он полседы. 그럼 난 육포가 좋으니까 육포세대. 얼룩과 얼음들은 의지가 없다면 우리 싹 초식처럼 배려해. 행복해도 전에 죽여. 쟤는 enemy. 벌써부터 고개 숙여. 받아 energy. 저절로 포기 you know 나 너니 너 안에 새벽은 나보다 예뻐. Can I get a little bit of hope? 잠들 청춘이 get what go. 밤새 일해 취재부터. Я сделаю паузу. Здесь, наконец-то, достаточно много вокала. Речитатив здесь уже как такая, знаете, специя, которую хочется прямо услышать. Но вот
все как надо. Я не помню, там Бан Шихёк эту композицию им делал, он уже тогда был директором больше, чем продюсером. О, боже мой, спасибо тому музыкальному продюсеру, который это делал. Если кто-то из участников, то просто, ну, памятник при жизни, потому что это охренительно звучит. Не забывайте ставить плюс в комментариях, если хотите, чтобы вас арестовал Чонгук. Хотя, судя по всему, капитан корабля или самолета, я так и не понял, Шуга тоже неплохой вариант, да и остальные по... Пишите, с кем бы вы хотели провести вместе время, исходя из его профессии. Конечно, быть арестованным звучит не очень, но, возможно, если полицейский, опять же, тоже сам ищет Гук, то почему бы и да? Ой, боже мой, вот этот момент, он настолько прекрасен, что мне хочется потешить ваше самолюбие и самому разочароваться, насколько высокая эта нота была. А, это фа второй, все, а просто... Я это я уже надстройку сделал, да. Но все равно высоко. Да. Высоко. Что-то я заэмоционировал, треснул в стол, у меня клавиатура среагировала и нажала стоп. Ну, вы видели. Короче, рваный саксофон, жирный бас, хорошая перкуссия, интересное пространство, голоса, индивидуальность артистов раскрывается. Вот, на 10-ю по счету композицию с клипом я наконец-то встретил тех BTS, которых я и застал с самого начала. Я надеюсь, вы понимаете, да, песня мне нравится, да. Ну, хорошо, еще раз. Песня мне понравилась. Да, песня мне понравилась. Я уже... сказал про все интересное, что я для себя тут видел и обнаружил, и так далее, и так далее. Здорово, классная аранжировка. Вообще, мне кажется, эта песня, выйдя она сейчас, чуть-чуть по-другому свести ее, то есть не менять даже аранжировку, а свести по-другому, и она бы тоже могла быть хитом. Но она вышла тогда. Как, тогда это когда? В 2000... сейчас скажу. В 2015 году, да. Кстати, I Need You и For You тоже из того же года. Каждый год они меняются. Интересно, что будет дальше. Ну, узнаете в следующем ролике. Список бустеров на экране, спасибо, дамы и господа, мы большое за поддержку. Это очень важно, хотите стать одними из них? Вот, пожалуйста, ссылки на экране, подписывайтесь. Дополнительный контент, ранний доступ и так далее. Помимо этого есть канал с новостями про кей-поп-индустрию и BTS MP Reviews. Также есть MP Live со стримами, телеграм-канал как хаб-локация. Что еще добавить? У нас впереди еще примерно 30 клипов, поэтому марафон BTS продолжается. Если наберется вот на этом марафоне условном достаточно много просмотров, лайков и прочего, можем устроить его и по другой группе и так далее. Все зависит от вас. В общем, с вами был Максим. До новых встреч. Пока.